Российские сельхозпроизводители должны налаживать экспортные поставки в Азию. Об этом на съезде «Единой России» заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев. Нам нужно выходить на арабские, азиатские миры. Мы должны заместить те страны, которые десятилетиями доминируют, зарабатывают на этом рынке, считает министр, уточнив, что речь идет о Европе и Америке. Для стран Азии Россия – ближайший сосед. У нас прекрасная логистика, подчеркнул Ткачев. Это будет непросто, но тем не менее это задача номер один.